Анапские спортсмены показали достойный результат на краевых чемпионате и первенстве по киокусинкай. В Краснодаре завершились краевые чемпионаты первенства по киокусинкай. В турнире приняли участие более 300 спортсменов со всех муниципалитетов и районов Кубани. Анапу представляла сборная в составе 40 спортсменов, воспитанников, тренеров Александра Ким, Евгения Рубахина, Дмитрия Рыцой и Александра Дульнева. По итогам бескомпромиссных поединков на татами в дисциплинах кумите, ката и ката-группа анапчане завоевали 32 награды соревнований, в числе которых 23 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».